Больше 100 тысяч паломников прошли сегодня ночью по французскому городу Лурд. Ежегодная церемония на этот раз претерпела большие изменения по требованию спецслужб. Правоохранительные органы опасались, что экстремисты могут попытаться сорвать шествие, устроив теракты или провокации. Поэтому впервые за почти 200 лет паломники прошли не по центру города, а другим маршрутом. Безопасность обеспечивали не только полицейские, но и солдаты. На месте находился и министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв. Лурд – место паломничества для католиков из разных стран. Город получил всемирную известность в 1858 году, когда здесь, по преданию, целых 18 раз видели Богоматерь.